Для тех, кто еще не понял, почему иного ПГ, советую посмотреть видео, которое я закреплю в описании. Первое – это аниме против иного. Там описывается все подробно на тему того, как эти гопники первый раз открыто нарушили свой ПС и ограничили свободу действия ПК. Второе – это видео от Пекси. Там описывается наглый случай беспредела со стороны ГМ из иновки, крышующих РМТ-мафию в лице топ-РМТ-кланов. Но все это было только началом. Поэтому я решил придавать огласке всю ту грязь, которую они делают у нас за спиной. Вспомните, как был отменен дроп с ПК. А ФК овощей разводили на ПК, а впоследствии раздевали их чаров, пока они стояли в АФК. Хотя в ПС черным по белому было написано: использование циклических макросов разрешено только когда ты следишь за процессом. Я всего лишь ушел на работу и оставил своего чара качаться на макросе. Привязал ИСУ, как это обычно бывает, вот он. И все, и начал ботить в долине без мулы. Ну, как я понял по процентам, я вкачал всего ничего, прежде чем меня оттянули, отвели в такой вот уголочек и сделали ПКшником. После чего убили, и как видите, я тут полуголый валяюсь. Но даже нарушив правила и поплатившись за это не баном, а дропом шмота во время нарушения, данные АФК овощи все равно сумели наныть отмену дропа с ПК на своем блатном форуме, то бишь сделать официальным симулятор бота. То бишь, если логически подумать, нарушители правил потребовали пойти им на уступки и дать больше возможностей, надругавшись над искренностью в ПК. Ну что я могу сказать? УПГ, оно и есть УПГ. Так что пока жертв их спекуляций с акциями в ИМ и РМТ-эвентами все будет устраивать, им будет плевать на искренность и ПК.